Так, приветствую на моем канале. Сегодня мы играем в рейд. И, в общем-то, выпал мне недавно такой герой, как Торшон. Он достаточно новый, он считается защитой. Вышел буквально в обновлении в этом. Относится к фракции демоны, но выглядит он максимально страшно. У него какие-то дырки, какие-то, короче, весь какой-то погрызан, у него даже глаз нету. Но мне, говорю, фракция демоны не нравится, и он на копытах. Так, где у нас есть еще демоны? Это Алюра. Но она тоже на каких-то копытах летает в воздухе. Нежить какая-то. У меня, говорю, хороших вот эпиков, к сожалению, нету. Единственное, что у меня вот телец есть. Но он, опять же, тоже вроде и не демон, но опять на этих копытах. Так, Назана тоже на каких-то копытах. У меня этих демонов до хрена, при том, что они мне вообще не интересны. У меня какая основная моя пачка? Это Страхолюд, потом Фенакс, потом Воительница и Элэйн. Они у меня апнуты до 5 ранга и прокачаны на 50 уровень. Еще я использую Яга на клан боссе, достаточно успешно он используется. Вал использую. Еще использую Каэля. Ну и как видим, вот, например, что у меня по замку. У меня около 8 миллионов серебра. Есть рубины, но я как бы никого не прокачиваю, потому что те герои, которые у меня есть, они, к сожалению, мне не нравятся. Да, по поводу того, что вот, как бы я не быстро качаюсь. Смотрим, что у нас в хранилище, тут у нас кормы и, в общем-то, дубли каких-то героев, которые мне также не нужны. Вот у нас несколько таких ребят есть. Ну, в общем-то, я их в дальнейшем куда-то солью. Как видим, эпиков у нас немного. Это мягко говоря. В принципе, есть еще Уга. Есть Реликвар. Есть вот такой Камнетёс Гном, что он там у нас делает. Как бы будем говорить про Торшона, но в то же время показывать свой аккаунт. Нарисован, ну, качественно, но мне не интересно. По навыкам, что мы смотрим. Дьявольский крюк, атака по врагу с вероятностью 25% накладывает провокацию. Это уже интересно. Но в то же время у него есть усыхающие души. Атака по всем врагам с вероятностью 75% накладывает слабость 25% на 2 хода. Можно затащить на перезарядку, на урон, на шанс штрафа. Потом у нас завладение есть. Накладывает на команду бонус защиты 60% на 2 хода. Заполняет шкалы хода всех участников команды на 20%, точится на перезарядку. И есть еще добавка. Ее нужно, ну, увеличить. Развить самого героя, и тогда у нас она откроется. Когда здоровье падает ниже 50%, накладывает на себя усиление 25% на 2 хода. Она, в принципе, не точится. Что у нас по откату? Базовая атака, провокация, это интересно. Здесь можно до 3 ходов слабость будет накладывать. Но, опять же, герой защиты, есть смысл качать его защиту, большого урона, ну, с него не будет. Как видим, у него еще и от защиты зависит урон. Потому, скажем так, надбавка сетов, вот мы, в общем-то, посмотрим, чтобы не говорить, что у нас есть. Сет атаки будет, ну, можно сказать, бесполезный, потому что от защиты зависит. И смотрим, что у нас есть еще. У нас есть беспощадность, здесь у меня есть такие вот варианты. Атака плюс 15, но нам нужно брать защиту. Есть смысл все ему влить в защиту, поскольку это герой защиты. Вот это мое такое мнение. Сейчас я посмотрю, что у меня есть по защите. У меня есть бессмертие, например, это здоровье плюс 15% можно рассмотреть. Можно рассмотреть у нас еще живучесть. Это здоровье и защита плюс 10%. Вот такой вариантик я, пожалуй, возьму. Как видим, у меня каких-то супер-шмупер уников нету, хотя достаточно много серебра. Но сейчас вот, в принципе, одеваем его. Надеваем. Шапка на здоровье. Щиток у нас есть. Ну, поскольку это у меня один из немногих. Крит шанс. Какие-то у нас что, перчи есть на здоровье. Здоровье есть. Здоровье. Доспех на защиту. Ну, поскольку лучше взять эпик, наверное. На здоровье. И будет у нас чуть-чуть здоровье процентного и здоровье плоского. Так, что его взять?
Не знаю, возьму, наверное, этот сопротивление тоже понадобится. Возьму защиту. Решил, короче, его собрать в защиту, а хп мы будем брать в заточке. Как видим, у меня 3 сета. Нужно, короче, это все прокачивать, нужно все это тестить. И что вот смотрим интересное, выпал он мне, ну как бы у меня аккаунт такой не самый топовый. Как видим, он в главах компании, у него оценок почему-то мало. Ну в цитадель магии-то понятно, в замок лавового рыцаря он не особо, и в гнездо паучихи тоже не особо. В замок лавового рыцаря он не идет, потому что у него нету штрафа скорости, в гнездо паучихи у него не настолько сильная ОЕшка, поскольку если собирать его в защиту. А так по большей части, как видим, в защите на арене, в атаке на арене он еще смотрится. Подходящий, как видим, защита. Ну, такая вот защита. Я взял защиту на здоровье и защиту. В общем-то, сейчас мы это все будем мапать. Если он вам выпал, то не спешите его сливать. Это 4-звездочный герой, это эпик. Потому что, если вы закидываете куда-то, сливаете эпика, нету смысла, лучше корма вкачайте. Вот, как видим, у меня есть корма 4-го ранга. Можно каких-то редких героев, которые дубли можно скормить, вот такого товарища вкачать и его скормить. Вот таких у меня много. Так, что у меня тут еще есть? Как видим, тоже вот обычный зеленый герой, он вкачанный, его можно прапать и сливать. Поэтому эпиков или кентарок тем более не сливайте. Так, еще напоследок можно древний осколок открыть. Кстати, мне торшон выпал. Название у него странное. Так, что с древнего осколка? Ну, тут какая-то дичь, наверное, выпадет. Это у нас вершитель. Этих вершителей уже несколько было. Так, в общем-то, выпал. Всем спасибо, всем пока. Подписываемся на канал.